Глава вторая книги «Песни песней Соломона». Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя, вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое и дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор.